Добрый день, уважаемые участники сегодня пресс-конференции. Сегодня пресс-конференция посвящена шахматному фестивалю «Серпуховский Рапид 2012». Шахматный фестиваль проходит в шестой раз. В прошлом году был пятый юбилейный. Самое большое количество участников за все пять лет было 326 человек. В этом году посмотрим, сколько будет участников. В пресс-конференции участвует Алексей Сергеевич Воробьев, исполняющий обязанности главы города Серпухова. Римма Валерьевна Карпова, начальник управления по культуре, спорту и работе с молодежью администрации города Серпухова. Михаил Витальевич Крюков, президент Московской областной шахматной федерации. Вадим Витальевич Моторин, председатель Федерации шахмат города Серпухова. Юрий Сергеевич Балашов, легенда советско-российского спорта, шахматист высочайшего класса, международный гроссмейстер, заслуженный тренер СССР. Сергей Борисович Солонец, президент Владимирской областной шахматной федерации. Валентина Гонина, чемпионка Европы, олимпийская чемпионка, чемпионка России. Сегодня тоже присутствует на нашей пресс-конференции и участвует в шахматном фестивале «Серпуховский Рапид». Пожалуйста, все, кто присутствует в зале, если есть вопросы, задавайте. Но если есть желающие сказать, пожалуйста. Я рад приветствовать вас сегодня здесь, в культурно-деловом центре Екатерининском, на Серпуховском фестивале, на шахматном фестивале «Серпуховский Рапид 2012». Я рад видеть и приветствовать здесь известных, уважаемых людей из мира шахмат. Я уверен, что здесь собрались достойные соперники, игра будет интересной и напряженной, и мы получим массу удовольствия от наблюдения за ней. Значит, наш Серпуховский Рапид из года в год собирает, в общем-то, всегда прекрасный состав. Сейчас с минуты на минуту закончится регистрация, вот, но мест нам хватит, играть мы будем, так что победители сегодня тоже определим. Вот. Я сейчас не знаю, сколько гроссмейстеров принимают участие. Это будет в пресс-релизе у нас указано. Но я считаю, что украшением турнира является участие Валентины Гониной, наших гроссмейстеров. Надеюсь, что турнир состоится на достойном уровне. Вот. Надеюсь еще, что в следующем году он тоже будет. Спасибо.